Ни много ни мало, пол Бразилии недовольны отстранением их президента. Тысячи людей вышли на главную площадь Рио, чтобы поддержать Дилму Русеф. Президента, я напомню, отстранили от должности в четверг, тогда Сенат проголосовал за начало процедуры импичмента главе государства. Русеф обвиняют в сокрытии реального размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году. В связи с отстранением легитимного президента, ее коллега, президент Венесуэлы Николас Мадуро, о котором я уже говорил, он отозвал посла из Бразилии, назвав все происходящее нечестной игрой. Но сама Русеф ни рук, ни головы не опускает. Она уже раскритиковала своего зама Мишела Темера за выбор министров. Он назначил на должности только белых мужчин. Первая в истории Бразилии женщина-президент не считает, что такой кабинет представляет всех жителей страны. А в администрации на такой выпад уже ответили. Они не смогли найти женщин на посты. Стоит отметить, что у самой Русеф в кабинете министров из 31 человека женщин было 7. А вообще представительницы прекрасного пола этот кабинет не покидали с 79 года. Ну, то есть больше уже 30 лет. Вот такое было правительство победившего феминизма.